Привет, народ. Вот сделал я такой ключик для вот таких краников. Всем известно, что краники частично убитые на баллонах, и бывает невозможно его даже зажать рукой, то есть он все равно подтравливает, приходится там поджимать. Когда-то был даже такой ключ для смены самих как бы редукторов, да, и здесь такая была. Вот. А из того, что было, вот и здесь была такая по форме крана из жести. То есть заводской ключ такой был для газосварщиков. То есть одевалась и крутилась такая вот за этот барашек. Вот и сделал, попался, кусочек взял 25-й трубки, обрезки 12-го круглячка. Вот. Вот здесь отступ около 20 миллиметров, трубка 25-я. Ну, вот он. Входит на баллон. Делал я для именно вот такой вот. Но вот еще но я был удивлен, когда он подошел именно такой вот винтик. То есть отлично садится за счет конуса и зажимает. Потом я решил попробовать на такой. Здесь, конечно, с болтанкой, но вот такой получился ключик. 25-я трубка, 12-й кругляк. Делалось по вентилю. Если кому интересно, затертая рулетка, правда. Ну вот 45 миллиметров. Видно 45. Ну так, 20 минут, и получился такой чудесный ключик.